какие витамины я пью или какие витамины я пил, когда худел. Таких вопросов очень много человек интересуется именно вопросами витаминов, БАДов, добавок и так далее. Пришло, видимо, время записать небольшое видео на эту тему. Значит, смотрите, единственное, что я пью, это куркумин. Куркумин. Я занимаюсь спортом. Куркумин не дает возможности появления, блокирует, скажем, появление воспалений, ну и лечит воспаления, если они есть, небольшие всякие воспалительные процессы, снижает уровень плохого холестерина. Ну и много чего еще. Почитать про него в интернете. Куркумин вообще замечательная штука. Это куркума и черный перец вместе, куркумин. А, все, это все витамины, которые я пью. Иногда можно выпить витамин D, иногда еще что-то, но самый главный момент не в этом. Сделайте анализ крови. Не пейте ни БАДы, ни витамины, ничего, если вам это не нужно. Сдайте анализ крови на витамины, посмотрите, чего вам не хватает, и только тогда пейте витамины. Не нужно просто так запихивать в себя непонятно что. Перебор витаминов, чтобы вы знали. Перебор. Зачастую хуже, чем недобор. Раз в полгода сдавайте анализ крови. Не хотите раз в полгода, сдавайте раз в год. Но я считаю, что раз в полгода это самое оно. И будете знать, какие у вас нехватка чего у вас. И, соответственно, будете пить нужные вам витамины. Вот такой вот мой вам ответ на то, какие витамины нужно пить на похудение. Будьте здоровы!